Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Ну что, начнем, как всегда, с ивента, да? Что у нас такое тут? Ага, 500 монет. Спасибо большое. А здесь мы с тобой... Что там, пиньета? Пиньета пирата. Тройной горохострел, 4 штучки. Слушай, ну неплохо. Ага, вишневая бомба, 7 штук. Кукуруза, 4 штучки. Кокосовая пушка, 3 штуки. Так, Шарп Драгон. И все. А на седьмой день мы получим с тобой 75 пенечков. Окей. Ну что, ивент так ивент. Хочется посмотреть, что у нас тут будет за задание. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста, весь список. Ну что же, зомбики. Маленькие зомбики с запада будут на меня бежать. Слишком много здесь надгробий. Для чего они здесь? Скажи-ка мне на милость. Ну-ка. Естественно, так будет эффективнее. Пенек у меня такой крутой в очках, в сварочных. Так, мина. Мину я, наверное, вот сюда поставлю, потому что здесь идет довольно сильный зомби. В колпаке все-таки. Так, наверное, сюда поставим мину еще. Так, и будем потихонечку уже с тобой, как говорится, усилять наши стручковые горохи. Ой, подожди, вот сюда-то я забыл поставить. Давай, 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 влупляй, нормуль. Так, мина сюда поставим на всякий случай. Слушай, ну если это вот эти вот зомбики будут, то мы тут пройдем с тобой вообще на изи. Вообще никаких проблем не будет. Это я тебе точно говорю. Так, стоп. Кто у нас вот? А, это малышня привалила. Так, удобряшка летает здесь. Наверное, сюда поставим еще мину одну. Но с ведром на голове прет он там, а? Ты посмотри, сейчас взрыв будет. А не слишком ли близко вы тут, а, ко мне? Подкатывайте. Давай вот так еще сделаем с тобой. Слушай, не нравится мне вот это все, ну-ка. Такие огненные взрывы, посмотри. Огненные снаряды гигантские. Я тут посмотрел, он неугомонный просто. Вызывает и вызывает, вызывает и вызывает. Но они погибают еще, будучи находясь в этих ураганчиках. Ты заметил? Шансов, конечно, у них здесь нет вообще, ребят. Тут можно ускориться, я думаю, вполне. Тут абсолютно ничего сложного нету. Так, тут по фулке. Ну-ка, давай-ка вот так сделаем с тобой. Бамс. Бамс, разносим, разносим их. Так, и вот сюда поставим. Слушай, довольно вообще легкий ивент. Очень легкий, я тебе скажу. Так, надо еще разочек тогда пройти. Награду, естественно, забираем с тобой. Ага, 30 точка Дейзи. Гриб, ну и 1000 монет. Так что давай вторую попыточку с тобой сделаем. Ну что, здесь я, наверное, буду уже все-таки на ускорение, ребят, проходить. Потому что мы все прекрасно понимаем, что я уже здесь пройду. Давай сюда поставим. Сюда. Так, пенечки, само собой. Подожди, подожди, куда? Вот сюда поставим, наверное. На всякий случай мину сюда поставлю. Так, стоп, ага. Как-то вот так у нас должно быть все. Ну, а дальше просто усиляем с тобой вот этих вот наших стручковых горошин. И все, никаких проблем здесь вообще не будет. Просто усиляем. Ну и минами заставляем все, да, что можно. Так, вот здесь у нас маловато будет. Здесь, здесь и вот здесь. Халявный, так сказать, бонус, да, у нас тут. Мы с тобой получим, ну, опять монетки и самое главное, что семена на растения. Меня это больше всего просто интересует.
Хочу прокачать своих растений топово до максимального уровня, если вообще это получится, конечно. Слушай, ну ускорение так прикольно играть. Все так быстро происходит. Нормуль, мне нравится. Так. Это заключительная волна у нас, ребята. Ничего себе, куда они аж прям прилетели. Вы бы сразу бы домой к Дэйву залетели бы. Чего ж тут скромничать-то так. Ну все, последние зомбики, ребята. И мы с вами проходим этот ивент. Нормуль. Так, меня интересует, какие дальше у нас там с тобой события, испытания. О, 5 мин, 10 дейзи и 1000 голды. Ну, 5 мин, это, конечно, ребят, не очень хорошо. Лучше бы дали мне примитивные мины, и то было бы от них больше толку. Так, заберем с тобой здесь награды. Что мы тут заработали с тобой? Гемы. Так, и здесь тоже. Замечательно. Так, что у нас там по событиям? Давай-ка посмотрим. Ивенты есть какие-нибудь? Опа-на. Бум. Баллон Флоуэр. Какой-то взрывающийся надувной цветочек. Это что еще за надувной... А, вот. Вот он, друзья мои. Это что-то новенькое. Такого раньше не было. Да, я хочу взять бесплатно. Пиньету. Будьте добры мне. Так, 5 чесночка. Гарлика. И опять примитивная мина, да чтоб тебе. Она так и хочет прокачаться на 7 уровень. А здесь у нас новые костюмчики, да, значит. Здесь можно за 10 монет купить. Я куплю 10 монет, ну что это, ребят, это вообще копейки. И за 25 гемов. Вот за гемы я, наверное, ребята, пока потерплю. Потому что гемы мне нужны. Гемы мне нужны будут. Тут еще у нас с тобой цветы. Нарцисс. Так, ну что, давай-ка мы глянем с тобой, что у нас в Пенни Пурсуит. Обновление было какое-нибудь или нет? Ну, показывай, показывай, не стесняйся. Нет, в Пенни Пурсуит все по-старому. Как-то очень долго, ребята, держится это событие там на Пенни. Ну, здесь понятно, ребята, не играл давно, поэтому никаких достижений у меня здесь не было. Так, нам нужно с тобой соточку, да, набрать для того, чтобы я смог взять 30 нарциссов. Но ты сам видишь, что осталось 12 дней. Скорее всего, я это растение, ребята, не успею открыть. 30 здесь и 50 здесь, 80. А мне не хватает... Сколько, ты не помнишь? Вот и я не помню. Сколько мне нужно? По-моему, сотка. По-моему, 100 цветочков мне не хватает для того, чтобы его получить. А чё я парюсь, ребят? У нас есть книжка, где можно, в принципе, все посмотреть. Тут русским языком все расписано и показано. Ух ты, смотри-ка, новый какой-то, ребята. Это еще кто у нас? Пиавайн. Ага. Вот. Если я 80 получу, это получается у нас 230. Но не хватит. Там, если бы еще за гемы, конечно, можно было бы постараться. Это надо заморочнуться. Это надо сидеть чисто в этой игре и ни во что больше не играть, а я так не могу. Значит, мы с тобой пойдем на ивент. Да, ивент я хочу пройти. Посмотреть, что там за растение. Нам же дадут его, как говорится, использовать, да? На пробу. Какой-то главный цветочек на надувном шарике. Очень интересно. Так. Пенни нам что-то там сказал. Рыцари. Ага. В общем, там солянка. Ну, давай проверим. Поставлю я, к примеру, вот сюда. То есть он, наверное, взлетает, я так понимаю. Или черт его знает, что он будет делать. А почему зомби идут? Стоп. Эй. Да ну нафиг. А, вот что. Господи. Все, теперь я понял. Теперь я понял, что делает. Слушай, ну это круто. Единственное, что, конечно, мне не нравятся именно такие вот виды растений, когда надо самому, ребята, наводить. Ну да, вот так вот оно и работает у нас все.
назвать плюсы какие-то. Ну, я не знаю, ребята, наверное, то, что очень мощно бомбят. Такой дамаг, ну, серьезный довольно-таки наносит. Ну-ка, здесь по рыцарям. Ну вот не люблю, когда, ребят, самому нужно наводить. Да успокойтесь вы там уже, эй. Блин, ой, не то сделал немножко. Так, давай сюда. Сюда. И силу не понять. Тихо, тихо, куда это вы разогнались-то? Насколько мощно она бомбит и радиус. Тоже не понять пока мне. Радиус, я имею в виду именно поражение. Конечно, надо этих магов в первую очередь носить, потому что они превращают все мои растения в этих тупорылых овец, которые ничего не смогут потом сделать. А, так мы можем с тобой шарики и просто вот так вот выставлять. Точно, ребят. Мы можем их просто выставить, и они будут, наверное, работать как мины. Точно. То есть не обязательно даже наводить на них. Просто вот так вот выставляешь. И как только они доходят, зомби, да? До этого шарика, они взрываются. Тогда прикольно. Тогда прикольно. Ну, мне нравится. Теперь мне уже нравится. Я думал, что надо постоянно вот так вот наводить. И все, и больше никаких вариантов нету. Но если вот так вот можно выставлять рядышком, да, по дорожке по этой, то, конечно, тогда круто. Так, ну что, мы с тобой забрали тут монетки. Ну и двигаемся дальше. Континни, конечно же, о чем тут думать. Так, это было первое, да, у нас только испытание. Еще 4 впереди. Что-то я не помню, куда меня переместили-то. Давайте обратно. Вот сюда мне, пожалуйста. И все события, которые здесь будут, естественно, будут связаны именно с этим растением на шарике. Вот, бананы. Их тоже, ребята, как я и говорил, нужно направлять. Ну, давай посмотрим сюда, например. Так, хочется посмотреть, не знаешь, на что? Что у нас за ульта? Именно вот у этого шарика. Что именно делает? Так, ну-ка давай-ка я вот так, наверное, поставлю здесь, здесь. Сюда. Так, стали она у нас, ну, мы знаем прекрасно, что она всех замедляет. Ну-ка глянем. Ого! Нифига, вот это да, ребята. Это жестко. Гриб Армагеддон полетел. Так, давай сюда, наверное, бомбить. И сюда. И сюда, да везде. А этот у нас цветочек просто так стоит. Он раньше, я помню, ребята, вот если взять по ПВЗГ, именно по героям, то он там хилять мог, да? Переманивать на свою сторону и хилял. Здесь, по-моему, он хилять не может. Он просто как защита здесь стоит. Так, замедляха. Ну-ка, дай-ка я так попробую сделать еще разок. Такой надувной шарик полетел. Да, урон, конечно, наносит не кислый. Так, гаргантюаха там появился, да? Палач. Ну что, давай его расстреляем, что нам делать? Тихо-тихо-тихо. Все, мы его забомбили. Так, ну этого мало. Эй-эй-эй, срочно-срочно давай вот так вот сделаем. Полетел. Довольно прикольно смотрится, да? Гриб этот. На-ка. Ну, гаргантюхи, естественно, выдерживают, потому что они довольно крепкие, сильные. Так что удивляться нечему. А остальные зомби, в принципе, все сразу погибают. На тебе. Так, мелкий, что там делаешь? Так, минус один гаргантюа. И остается последний. Раз. Два, все.
наказали. Ну, слушай, в принципе, неплохое растение, ребята. Как вам, нравится, не нравится, пишите в комментариях. А я продолжаю. Мне кажется, что мы получим либо семена на это растение, либо ни шиша не получим, вот что. Так, вот это вот гаргантюа самый противный, ребята. Потому что когда он бьет гитарой по земле, да, идет волна, которая разрушает все, что находится впереди. А впереди, как всегда, мы знаем, мои растения там находятся. Другого там находиться ничего не может. Гарлик, зачем мне гарлик здесь? Не знаю. Вот солнечный томат я бы, наверное, взял бы. Солнечный томат. Так, давай бомби уже, в конце концов, по этому ханорику. Так, он переместился на нижнюю, да, линию. Вот и солнечный томат. А он как у нас работает? Что это сейчас было? А что он сейчас сделал? Его, наверное, надо было активировать рядом с нашими грибочками, я так понимаю, да? А сейчас в данный момент я просто бесполезно его использовал, и все. Ой-ой-ой. Так, ребят, я что-то, по-моему, тут заигрался. У нас уже зомби здесь идет. В шлеме. Ну, проверим. Нет, что-то вообще ничего не пойму, что он делает. Что-то, по-моему, ребята, ерунда тут у меня полная получается. Ты посмотри. Как так-то? Неужели придется использовать? Немножко в шоке сам от себя, что вот так вот пришлось заюзать все это. Потому что знаете, что я не сделал? Я не сделал вот этого растения себе, ребят. Вот так-то. Ну-ка. Так а что это? Это для них ерунда, ребят. Урон же они не получают, по-моему, да? Я так понимаю, вот от этой слизи. Вот что меня сейчас спасет в данный момент. Вот это растение, да, это может мне помочь здесь. И томат, я так и не понял, что с ним? Странный какой-то. Ну давай ты лопай его. И этого тоже, пожалуйста. Ага, не тут-то было. Так, мы его сможем уничтожить? Смогли. Теперь здесь. Куда вы так бежите, сломя голову, эй? Да почему я не могу шарик-то взять, господи, ну? Да. Тут газонокосилка, их, ладно, уничтожит, предположим. Меня вот это вот убивает, конечно, здесь. Да. И остается у меня что? Одно, всего лишь одно растение. Ну вот как я тут должен с ними, блин, справляться? Я не пойму. Наверное, Армагеддон нужно сделать. Пускай летит шарик. Допустим. Ну их-то, блин, меньше не становится, ребят. Так, этого подбили. Здесь, типа, уничтожили. Не пойму я вот этот томат. Ну, куда ты там идешь, а? Но все-таки здесь через замедляхи нужно, да, играть, друзья мои. Как ни крути, а без замедлях, ну, просто не обойтись. Замедляхи, гарлики и так далее. Опять не могу шар взять. Да что ж ты будешь делать? Эх, не хватает силёнок нам. Здесь уничтожили, но все идут.
Вот. Давай, вызывай. Надеюсь, это нам поможет. Ну. Почти, почти помогло. Еще волна. Эй, вы серьезно, блин? Да ну. Идет. Вот этого, по идее, нужно, ребята, в первую очередь сносить. Да как ты его снесешь? Я же говорил, что он самый такой противник. Ребят, придется вот так вот использовать. Не хотел я этого делать. Да ты отдуплишься сегодня или нет, а? Нифига, ребят, придется тогда вот так вот. Чего? Ты видел, сколько я в него зарядов сделал? Обалденно. Все деньги свои сфейлил. Ивент, блин. Да все неправильно, потому что начал делать. Надо было выставлять грибы. Вот этот с этим томатом, пока понял, что он делает, ребят. Тоже время потерял. Надо было грибы выставлять. Потом выставлять вот эти вот растения. В первую очередь. Чтобы их было здесь много. Выставлять вот эти шарики, все было бы нормуль. Но, видишь, продинамил абсолютно все. На ошибках учится. Ладно, двигаемся с тобой дальше. Так, у нас с тобой предпоследнее задание. Давай-ка смотреть. Ну все, 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 хорош тут. Так, вот здесь вот похуже будет. А как мне этих разморозить? Ладно, это пока прибережем. Угу. Ну, погнали. Вот они как будут делать. Так, ну-ка вызываем с тобой надувной шарик. Хорошо бабахнул, кстати. Прекрасно. А это кто там у нас? Гаргантюа идет, да? Я слышу его шаги. Кактусы. Ну, кактусы, ребята, они, если что, прячутся у нас под землю, поэтому за них пока можно не волноваться. Вызываем. Куда ты прешь? Эй, где этот? Я его не вижу, ребята, вон он, этот осьминог. Так, срочно надо вот здесь так делать. Да ну, я что-то я вообще не успеваю, ребят. Твою же дивизию, что происходит, ребят? Выручай. А здесь-то что, взрывать не надо было, что ли? Я не пойму. Ладно, сейчас их тут всех газонокосилкой, ребята, покосит. Ну, не всех, конечно, но большинство. Они все идут, 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 идут. Посмотри. Ну-ка. Прекрасно успел, нет? Так, сейчас если мы с тобой вот этого взорвем. Все, он улетел. Фух. Да, было сложно. Было сложновато, по крайней мере. Если бы вот эти вот взрывные бы не было у нас, мят, сфейлились бы сразу, тебе говорю. Так, ну что. Последняя, заключительная миссия у нас тут. Без гроша в кармане. Иду куда-то, непонятно куда. Ну давай, давай, все. Опять, тут еще и спортивные бегуны эти зомби. Кстати, против них, наверное, вот это вот и будет хорошо работать, мне кажется. Так. Гвард пока постоит, капелька.
Иди сюда. Постоишь тут на месте. Посмотрим, сейчас шарик уничтожит или нет. С первой попытки. Мне кажется, вряд ли. Ну, а нет, уничтожает, смотри-ка. Так, давай сюда. Сюда, сейчас все тут заминирую шариками. А вот этому по барабану сейчас было. Че так защитников-то много дают мне? Так, еще один охламон идет. А я пока буду шарики тут вставлять. Мне-то какая разница, да? Сейчас тут все заминирую. Сюда поставим. Пускай они там везде стоят. Единственное, что надо нажимать, ребята, на само растение, а не на шарик, понимаешь? На растение. Хлопаем. Сюда. Защитников. Сюда поставим. Так, заморозку. Кто там идет? А, это бегун был. Зомби спортивный бегунок. Пока не буду здесь ничего ставить. Ага. Бегут, видишь? А вон сам Гаргантюах появился. Все пестрит этими шариками. Сюда, сюда. Давай откинем это все дело подальше. Так, стоп. А кто это уже могилки свои тут разбрасывает? Я не понял. Кто-то там толкает свои вот эти вот статуи. Ну-ка, шарик, давай-ка. Покажи свою мощь. Вот это я понимаю. Так, сюда шарик. Они сами, ребята, не могут за себя поставить вот эти вот растения. Их нужно постоянно защищать. Окружать, так сказать, своей любовью. Давай выпустим шарик. Господи, пускай летит. Ага. И хорошо, и плохо, да? Да ну хорош, я уже думал, что все. Тут еще волна. Так, ставим сюда. Сюда, сюда, наверное, сбросим. Гаргантюаху надо валить. Пошли прочь. Эй-эй-эй, давай отталкивай их. Ну и все, шариками добиваем их. Где у нас тут вот? Ну, не знаю, ребята. Вот как вам это растение? Чиркни мне в комментариях. Я не знаю, ребят. Как-то вроде бы и хорошо, и в то же время как-то не очень хорошо. Чего тут не хватает ему? Как-то вот недоработанный он. Цветок этот. Ладно, в любом случае мы с тобой этот ивент прошли. И давайте-ка мне, пожалуйста, награду. А в награду мы получаем с тобой одну пиньяту. И что у нас тут? Ага, вот, ребята, 50 семян. Чтобы открыть нам этот взрывной шариковый цветок, нам нужно 250. Да. Этот ивент, ребят, я так и не пройду, потому что против бомжариков этих я не знаю, что делать. Которые прыгают, извини меня, уничтожают все там подряд. Давят мои цветочки, я ничего не успеваю просто сделать. А вот что вот тут вот показывают мне, что я могу прокачать? Какое-то растение. Ну, тут есть кувшинка, есть тина.
Их я буду в последнюю очередь, по-моему, прокачивать. Тут у нас еще дофига чего есть. Так, ну что, Пенни Пурсуит у нас с тобой, ну, пройдено якобы, да? Пойдем, наверное, тогда с тобой на арену. Сыграем немножко там. А больше нечего делать. Арена. Так, нам нужно будет еще посмотреть с тобой рекламку. Ну, это я уже сделаю, как говорится, без вас. Давай. Ну что, друзья мои, 4 перчатки я получил, плюс одна бесплатная, поэтому давай смотреть. Что у нас тут? Так, за каждую перчатку мы получаем 5 кубков с тобой, да? Или 5 щитов. То есть 20 получим всего максимум. Ого. Так, слушай, для начала нам нужен что? Клевер, судя по всему. Тут дракон, ё-моё, тут и такие, ё-ё. Наверное, подожди, зачем? Почему Дейзи мне дали здесь? Хм. Я, наверное, возьму... Я не знаю. Ну, попробуем взять с тобой через капусту гипнотическую, да? Плюс мины. Так, подожди, вот эти вот часики где-то же я видел. Это, по-моему, мята у нас, да, идет? С таким значком. Или я ошибаюсь? А, косточка оливковая. И все. И нарцисс, извините, у меня нету ни косточки, ни нарцисса. А пушка в минус идет, да? Взрывные, то есть как бы не котируются здесь. Я понял. Так, и наверное нам с тобой надо взять, ну я так понимаю, подсолнухи. Ну что, попробуем, ребят. Выставим с тобой Дейзи. Вот так вот. Плюс возьмем, выставим сюда мины. Подожди, я про подсолнухи совсем забыл. Молодец, ладно. И смотреть давай, что у нас будет тут получаться. Как только видим летающих, сразу же их, ребята, сдуваем. По возможности. Ну, пока, сам понимаешь, что тут все без проблем. Так, подсолнухи давай с тобой посадим. А вот это плохо, эти толкать будут сейчас. Да? Динозавры-то эти. Вот сейчас будут подталкивать. Так, что если я вот сделаю дубликаты? И вот так вот взорвем. Окей, так, тут разломы еще, оказывается. Видишь, появился разлом, из него лезут зомби. Это плохо. Так, подсолнухи очень неплохо дают мне солнечной энергии. Опа! А этих ребят-то я и не увидел. И что ты мне прикажешь здесь сделать? Я даже не знаю, как мне его. Я, кажется, понял. Нас спасет вот такая штука, ребят. Там уже и с пианином, блин, с этого разлома лезет все, кому не лень. Капуста, вручай. Так, летающий, да? Жик. Правильно, обратно их. Нечего им тут делать. Ну да, с разлома идут всякие виды зомбарей, друзья мои. Так, летающих нет пока. Тогда Дейзи поставим. Но мы тут проигрываем с тобой по очкам, если честно. Причем сильно. Сейчас я, конечно, взял небольшое преимущество. Чтобы их взорвать как-то всех. Вот кучей просто, чтобы они взорвались все. Так, 173 тысячи очков, да?
Давай еще попробуем сюда с тобой мину поставить. 184 тысячи. Так, 10 секунд, ребята, отсчет пошел. Этих сдуваем. Но, судя по всему, мы здесь с тобой выиграли. Да, по очкам 256 тысяч против 183. И получаем с тобой еще одну перчатку. То есть у нас получается 4 перчатки, да, должно быть. Даже 5 перчаток. Поехали. Меня сбросили, ребята, до золотой лиги. Ты представляешь, золотая. Ниже только идет кирпичная, да. И, по-моему, там какая-то деревянная еще. Вот что значит не играть долго, сбрасывать тебя по аренке. Так, ребят, ничего я здесь не буду менять. В принципе, меня здесь все устраивает. Единственное, что, наверное, я побольше поставлю подсолнухов здесь. Вот так. Ну и миночек. Одну, две. Поехали. Одну, две. Главное, сейчас энергия у нас появится, а там уже будет все тип-топ. Тут больше все-таки зависит от энергии. Если энергия есть, тогда ты можешь что-то себе позволить. Если нет, ну, извиняй. Будешь проигрывать, парень. Так, пока все отлично. Взрывная мята у нас есть с тобой. Дейзи вот сюда еще поставим с тобой. Ну и, в принципе, нормуль. Но если смотреть, ребята, по очкам, мы опять с вами проигрываем. Давай вот так вот сделаем. Так, слушай, слушай, слушай. Летите отсюда, а? Куда-нибудь. Подальше. Все равно, ребят, пока проигрываем. И что нам понадобится в этом случае? Нам понадобится вот так и вот так. Только вот это нам с тобой и поможет. Ёлки-палки, а дальше-то что? Почему капуста не гипнотизирует? Вот объясни мне, пожалуйста, а? Ведь должна же. Но она не хочет. Вот не хочет и все. О, у противника уже 115. Ты не припухли тут, а? Бомж. Смотри, куда он прилетел. И идет. А, мы его под гипноз взяли. Я думаю, что он там пошел-то. Пианист, которого мы загипнотизировали. Я не знаю, пока мы, наверное, мяту с тобой или будем все-таки активировать. Нет, не будем ее сейчас пока трогать. Хотя, по идее, надо. Вот и зря я это сделал, потому что здесь мы загипнотизировали. Тридцать осталось секунд, ребят. До конца матча. Да. Немножко неудачно получилось у нас с тобой. Капуста, это все, конечно, хорошо. Это все нормуль. Но этого недостаточно было. Надо было брать побольше нам всяких взрывных. И все было бы хорошо. Ну что, придется потратить гемы. 20 штук, окей. Продолжаем с тобой бои. Надо будет поменять наш состав, если честно. Варе. Против Варе мы играем. А кого только будем брать? Ну, Кливер я, наверное, оставлю. Кливер оставим с тобой. Плюс. Что плюс? Наверное, вот этого вот возьму. Так, подожди. Давай-ка мы сделаем с тобой вместо мины. Мина, потом уже пойдешь ты. Дальше я возьму, наверное, так. Васаби возьмем.
Так, тут могилы, да, появляются, по-моему. Взрывную мяту возьмем. И кого-то из дальников нужно. Дальнобойников, которые могут вдаль бить. Ну, клевер, по идее, тоже нужен. А кто у нас вдаль бьет? У нас вдаль, в принципе, ребята, бьет неплохо. Это фасоль. Вот это вот. Ну, давай посмотрим, попробуем такой вот командой. Если я, например, поставлю сюда фасольки. Она еще, кстати, пробивает эти. Защиту. Блин, а знаешь, что я не взял? Ну, естественно, я не взял подсолнухи. Господи, про них-то я совсем забыл. Молодец, Рэй, круто играешь. Не взял подсолнухи. Что я без них буду делать? Где я буду добывать себе, извини меня, монеты? Точнее, энергию. Падает тут, правда, немножко с неба мне. Подачки такие летят, но... мне кажется, этого мало. Ладно, посмотрим, куда дальше нас приведет нелегкая. Кливер, погнали. Жук, сдули. Так, тут хорошо сейчас было. Бухнуло просто замечательно. Так, ну вот тебя-то здесь только не хватало, а? Буржуй ты несчастный, появился где? Ага, хорошо взорвался. Просто идеально. Что-то все равно как-то не заладилось, ребят. Давай, наверное, так вот сделаем с собой. А ему мало было, да? Да ну, ты серьезно, что ли, блин? Я в шоке. Блин, без энергии, без солнечной, ну тут вообще, ребята, кисляк. Давай вот так вот сделаем с тобой. Все равно, да, пока нифига хорошего у нас тут не получается. Угу. Ну, бомж, давай, прыгай. Трындец, я думал, что он... Сколько там у нас? Ага. И чего? А, все, я понял. Так, подожди, а где... Ну и сыграли, я тебе скажу. Я худшей игры не помню, если честно. Вообще не помню, ребята, чтобы вот так вот играть, как первоклассник. Это в деревянной-то лиге. Псите, вообще в шоке. Зачем я взял вот этих вот упырей, вообще не понимаю. Бородач там уже появился. Так. Надо переигрывать все это фуфло на самом деле. Полнейшее. Набрал какой-то бредятины себе, если честно. Так, давай, я плачу. Хватит уже придуряться, надо нормально уже начинать играть. Мины, фигимы, все без этого можно обойтись. Так, поехали. Сейчас начнем с тобой нормальную команду делать и все. Дейзи вообще здесь, ребята, от нее толку мало. Дейзи. Так, короче, начнем. Двойной подсолнух мне понадобится. Это раз. Плюс. Так, мина. Мяту я, наверное, брать не буду. Взрывную. Хотя, может быть, и надо ее взять. Возьмем вот так вот с тобой. Так, где мои там эти? Боулинг, стоит ли брать? Может быть, вот этого еще возьмем?
Хотя, с одной стороны, зачем? Или надо взять его все-таки? Так, и клевер. Поехали. Раз, два, три. Все, хорош. Погнали. Не взял взрывную мяту. Возможно, зря. А может быть, не зря, кто его знает. Так, идут мелкие голодранцы на нас. Идут толпой. Тихо-тихо-тихо. Хорошо. Так, Дейзи сюда поставим. Мне даже по большому счету прикрыться нечем. Вот он будет сейчас, например, целую армаду на меня направлять, да? И все, ребята, и я приплыл. Я здесь не смогу ничего сделать. Кто там летающие? В топку этих летающих. Так, мина, давай. Дублируемся. Твою налево, это не то. Вот сюда надо так делать. Кто там еще, блин? Не увидел, ребята, его. Там похититель энергии у нас, да? Ну? По очкам опять с тобой прыгать. Да что ты будешь делать-то, я не пойму. В чем проблема-то, ребят? Что не так-то? Что не заходит? Не пойму, если честно. Ну, я лучше здесь сыграть не смог бы. Как им это, как ты это объяснишь? Вообще без понятия. Но в данный момент это вот, ну, вот максимум, что можно себе позволить. Да, как-то вообще, ребята, незадача какая-то. Подсолнух всего лишь один. Энергии почему-то он мне не дает. Тут вся проблема в динозаврах, ребят, которые вот толкают к нам этих охламонов, естественно. Вот, и от этого вся беда. Твою налево, сейчас меня просто замнут здесь. Тут жестко. Так, 10 секунд, что у нас там? Ну, по очкам вроде бы нормально все, да? Мы еще сейчас дуем здесь с тобой. Я выиграл вообще на микронах, друзья мои. Он тут взял мят, очень много мят всяких. Так, ладно, давай попробуем еще. Если у нас, конечно, хватит перчаток. По-моему, перчаток не хватит. А, нет, еще две. И это опять с этой же шушерой драться, да? Опять с этой шушерой драться. Есть какие-нибудь предложения, ребята? Может быть, нам взять с собой вишневых бомб? Вообще тут обложиться полностью, а? Что скажешь? Это вот вообще бред не помог мне вообще никак, никаким образом. Кабачок, в принципе, можно было бы взять. Кабачок, 12 стульев. Ну, не знаю, мята взрывная меня подкупает, вот это вот. Она очень хорошо наносит урон, много урона наносит. Вот Дейзи и все это остальное, ну как-то ни туда, ни сюда. Вообще. Бомбочки эти тоже как бы против машин. Тут еще, видишь, ребята, там еще и летающий будет. Когда-то, когда-то будут, но непонятно когда. Так, релот. Погнали.
Эти-то хорошо сумрачные катапульты наносят урон массово, но видишь, они без дополнительных этих лунных цветков тоже не особо хороши. Тоже не особо хороши, не особо сильны. Что, дублируем? Дублируем. А этот у нас, а, вот кто надгробия эти делает. Гаденыши такие. Ну что, бомбанем? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, клевер, клевер. Так вот, правильно. Это еще там похищает у меня, ты посмотри. Энергию. И вот, началось, вот они, поперли. И этот еще толкнул его, нифига он, жук. Просто взял, подталкивает машину, смотри. И вот здесь начинается проблема, ребят. Потому что он начинает уничтожать. Так, ладно, попробуем. Разлом там еще, да, раскрылся? Сейчас из разлома-то и побегут эти гаденыши. Ох, ё-моё, клевер, клевер, срочно. Так, этих сдули. Так, сейчас будет толкать. Некроманси. А когда это некроманси пишется, да, то, я так понимаю, ребята, получают, вызываются надгробия вот эти вот могилки, да? И начинается уничтожение, да? Всего, что тут может быть у меня. Пока мы с тобой тут лидируем, типа. Вот когда большущая армада идет, лучше всего, конечно, использовать сразу же нашу взрывную мету. От нее в этом случае вообще эффект просто бомбический. Но я не вижу, чтобы сейчас были большие там орды. 30 секунд осталось, ребят. Не вижу орд, чтобы использовать, понимаешь? Вижу, прищелы идут. О-о-о-о, смотри, 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 смотри. Ну что, бомбим? Трындец. 10 секунд, друзья мои. Если мы сейчас с тобой продержимся, то мы победили. Да. По очкам мы с тобой здесь опередили. Окей. Надо же, мы две пиньеты с тобой заработали. Ну что ж, давай посмотрим. Стали 10 штук. И кто нам? Я так и думал, что сегодня мы с тобой картофельную мину, вот эту вот, самую первую, прокачаем. Но мне, по-моему, не хватит денег, чтобы ее повысить по уровню. Так, ребят, ну у нас одна перчатка осталась. Давай ее использовать. Тяжело, конечно, тяжело. Тут не поспоришь, ребят. Но деваться некуда. Будем пытаться дальше бомбить, отбиваться. У нас, тем более, одна перчатка. Так, вот они, да, голубчики. Оставляем все как есть. Let's rock. Релод. Вперед. Три подсолнуха. Три подсолнуха у нас с тобой. Этого мало, мне кажется, да? Три подсолнуха. Так, у нас динозавр вот на этой линии идет. И вот где, на какой линии динозавр, ребят, на ту надо будет защищать. Причем конкретно. То есть выставлять мины, чтобы он когда перебрасывал, чтобы они взрывались там. Вот именно об этом я говорю. А он, естественно, будет их пинать сюда. Так, что у нас там, летуны? Летуны прочь. И где у нас еще? Я не вижу, ребята, где еще? На одной линии только динозавр, да, идет, получается. Упс. Пришлось, ребята, активировать, пришлось. Не хотел, но вот. Так, и вот, ребят. Вот где у нас появляется еще один. Подожди, а почему не срабатывает? Я же вроде бы
Так а чё? Не пойму я, почему не сработало-то? Чё за бредятина какая-то? Он прям вот такой вот, офигеть, какой мощный, что его прям ничего не берет. Вы, блин, серьезно сейчас? Достало, а. Так, по очкам, ну, по очкам пока вроде бы неплохо. Так, летающие сдуваемых. 5 динозавров эти вышли на охоту, а. Ну, начинает мелких этих своих подталкивать, подкидывать. Ну, одного за другим. Твою же дивизию. Ну, понятно, тут они сейчас промнут все это. Уже тут никуда не денешься. Все-таки надо было, мне кажется, рис брать. Рис бы замедлял бы их, и все было бы отлично. Но я пожадничал. 35 секунд, по-моему, ребят, фейл. Ну да, мне тут никак не выкрутиться. Не успею. Не успею, так сказать, я их запинать. Это на последних. Вот здесь вот надо было. Вот здесь надо было, ребята, нам активировать мяту. А не там, где у нас оставалось фиг знает сколько врагов. Отвратительная арена, если честно. Прям вот меня взбесило, не могу. Так, у меня нету ничего, поэтому все это сбрасывается опять. И я, наверное, буду закругляться, ребят. Потому что, ну, здесь мне больше пока делать нечего. В арену я сыграть не смогу, потому что нет перчаток. В Пенни Пурсуит у нас с тобой все сделано. Ивент мы с тобой прошли, да? Все, и больше здесь ничего нету. Ну что, друзья мои, тогда все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Так, знаете, что самое интересное? Когда я попрощался, зашел в ивент и знаете, что увидел? Что у нас открылся сразу же, вот как только я закончил запись, новый эпический квест на Дейзи. С чего вдруг, не знаю, ребята. И поэтому еще пока не закругляемся, а продолжаем. Так, что у нас тут? Блин, опять эти усиляшки. Ну что, гриб, давай. Выручай. То есть здесь одна Дейзи у меня будет. И все, орех и стали. Слушай, что-то здесь... Мне не нравится такой подход. Я, конечно, орехи все это буду выставлять, но... На одной Дейзи, как ты знаешь, далеко не уедешь. Окей, посмотрим, что это получится у нас. Так, орехи выставляем с тобой. Ну, где орехи, там, естественно, должна быть и атака. Че, они просто сейчас орехи сидят, да и все. Давай сюда поставим Дейзи тогда. Внизу тоже, кстати, он идет охламон. Так, давай стали сюда влепим. Чтобы замедлить их. И орех. И орех, так. Удобрение нам выпало, отлично. Так, замедляем. Но тебя там не хватало только. На фортепиано вылез там где-то. Шитик лезет. Слушай, ну я не вижу, чтобы вот эти вот удобряшки, которые лежат на земле, как-то их усиливали. Только единственное, что я вижу, что они стали побольше по размеру. И все. И больше ничего такого нету. Так, ну а чего хотите, это первое задание. Дальше-то будет только сложнее и сложнее. Так, это забираю. А вот этот вот дым, который выпускает Дейзи, он наносит урон зомби или нет? Как ты думаешь? Или он просто их станет? Конечно, было бы хорошо, если бы он наносил урон еще.
Ну, тут все, тут уже шансов нету у врагов. Тут мы сейчас просто заплюем. Так, удобрение. Тут можно вот так на сталью сделать. И все, и всех замедлить. Так, Дейзи сюда ставим. Ну да, в принципе, все, ребят. Победа за нами, это тем более последняя волна идет. Все, сломали. И последнего давай бомбанем. Все, готов. Без головы что-то там дренькает, еще не поймешь, что. Все, замечательно. Так, забираем наши наградки. И двигаемся дальше. Так, я еще получаю, получается, гемы. Ну что, переходим на второй этап. На втором этапе опять же будет все про Дейзи. Дейзи будет основной наш персонаж. Ну, вот так, ага, бегуны. Спортивные зомби, ребят. Так что будем на стреме. Идут, идут. И главное, вот я только выставляю куда, да, например, сюда. Зомби почему-то идут сразу с других краев. С других сторон. Окей. Давай посмотрим. Так, чили бин. Надо было не сюда ставить его. Вот сюда, пускай его зомби этот съедает. Хотя мы даже вот так сделаем лучше. Расплодим. Опа. И все четенько. Так, а этот все-таки... Нет, он не пройдет. О, а вот этот вот собьет. Да, ребята. Зомби бегущие не сбивают. Наши вот эти вот фасолины. Фасолька-пердушка. А как ее еще назвать? Давай плодить. Ай. Гаденыш ты этакий, а. Нельзя позволить. Блин, а здесь же сейчас побегут. Да они везде бегут, ребят. Они бегут со всех сторон. Даже тут. Они сейчас промнут все мои растения. Угу. На тебе. И еще получи. Ой-ой-ой. А тут-то, тут-то как? Так вот только если. Все, сейчас раздавят цветы, ребят. Тьфу, у меня нету здесь ничего. Такая... Ну что... А, во. Дожили. Дожили, ё-моё. А дальше-то еще надо продолжать. Да, тут, конечно, жестко. Вот против этих ребят, бегущих спортивных зомби, я не знаю, что делать. Их ничего не остановит. Они вот просто бегут и избивают все. И их заморозишь, если за время заморозки или стана ты их не убьешь, они все равно отойдут и опять побегут в бой. Так, ну что, у нас с тобой третья миссия. Без гроша в кармане. Трындец. Ёлки-палки. Буйволы. Чомперы. Окей. Чемперы это хорошо, с одной стороны. Че там? Так, а мы не сможем с тобой, интересно, пушку? Почему не сможем? Сможем. Давай тогда бомбить эти пушки, чтобы они тут и рядом не стояли. Плохо дело. Да, что-то как-то вообще не айс. Так, допустим, мы съели, да?
Блин, а вот тут-то как быть? Удобрение. Эй, а не слишком ли до шиша у вас тут появилось, а? Ребятулечки. Не, вы так считаете, что у вас тут слишком дофигище? Просто посмотрите, что происходит. Этого-то тут еще не хватало. Ну-ка давай. Вопрос в следующем. Я сейчас только что употребил удобрение. Почему он его не засосал, а? Что тут, блин, происходит, а? Черт подери. Гаргантюа где-то там шурует. Слышу я его. Ну-ка. Шипы, все это понятно. Вон он, Гаргантюа, надо как-то до него добраться. Вопрос, как? Каким образом? Он один остался? Все, тогда нормально. Тогда можем с тобой сделать следующее. Вот так вот. Но этого было недостаточно, да? Понятно. Этого ему недостаточно. Все, ребят, мы его подбили. Тю. Справились с горем пополам. Ну а дальше-то еще сложнее будет. Дейзи. Так, ивент. Предпоследний этап. Ну, давай смотреть. Ага, Гаргантюа. Зомби. Фиг знает там в чем. В субмарине в какой-то, наверное, да? Идут, идут, гаврюши. На, арбузом, получи. Арбуз, который стреляет с арбузами. Оригинально, да, ребят? Так, пиратишка тут еще и явился, не запылился. Но не забывай, что у нас есть с тобой еще вон взрывная вишня, так что мы можем, если что, прикрыться на худой конец. Если уж прям так сильно нам понадобится. Например, вот здесь, да? И вот здесь вот. Все, нормуль. Так, подожди, подожди, куда? Куда нам поставить-то? Давай сюда, наверное, влепим. Можем с тобой сделать, знаешь что, удобряшку, например, вот сюда вот бомбануть. Прекрасно. Дай сюда удобряшку нам. Не надо тут летающих своих вызывать, пожалуйста. И не подбили, да? Еще залп. Да ты посмотри, какой, а? Какой живучий, жирный Гаргантюа. Влупляем, ребята, влупляем. Все, перегорел чувачок. Еще хотят, видимо, да, залпа. Ну-ка, арбузы. Фигня какая-то получилась. Блин, этот еще с своими летунами. Так, и кто там у нас? А по-моему, все, ребята. Мы здесь прошли. Ну, что ж, круто. Блин, да какого лешего-то... Идут еще, друзья, идут. Вон там потихоньку остатки роскоши какие-то вылазят. Не знаю, где они там были. Почему они спали весь бой. Рухнули. Ну вот, как-то так.
Не могу понять, что с ними там происходит. А, наверное, Сталия их останавливала. Точнее, не Сталия, а Дейзи. Дейзи выпускала свое облако, это Стана. И они там останавливались. Все, тогда понятно. Так, ну что, последний у нас с тобой заключительный бой. Надеюсь, справимся. Ну давай, 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 хороший уже тут. Летающие. Ух, там очень много летающих, там на грифонах. Это плохо. Он идет. Гаврюша, перелетать будет. Так, попробуем. Отлично, наказали. Так, это у нас мета. Она для кого? Она, по-моему, для Дейзи, да? Работает. Ладно, сейчас посмотрим, как у нас тут пойдут дела. Ну куда ты вот летишь, а? Так, я пока, наверное, не буду страчивать, да? Я думаю, что Бунг-Чо и так справится. Ну-ка. Как тут-то быть? Активируем. Да, она только на Дейзи, эта мята, работает. Не очень, конечно, справедливо, но... Пускай лучше уж на кого-то работает, чем вообще без нее. Так, ну что, здесь, наверное, мы с тобой вот так вот активируем. Такую легкую зачистку сделаем, да? Так сказать. Сколько же вас тут прет-то, а? Много. Так, на. Гриб, взрываться будешь или нет? Что эти пираты никчемные. Все, последняя волна, друзья. Последняя волна. Мы еще вот так вот с собой сделаем. И всех порешили здесь. В одну кучку так и сложили их, ребят. Ну что, я нас поздравляю с прохождением ивента за Дейзи. Эй-эй-эй-эй, откуда вы-то? Блин, жалко, вот нельзя посмотреть, что там. Сдвинуть экран и глянуть. Они, видимо, ребята, простояли в стане. Да? Скорее всего. Давай, пират, отдохни уже маленечко. Так, и я хочу свой приз получить. Друзья, давайте-ка смотрим, что нам выпадет. Я так понимаю, пиньята, в которой будет что? Дейзи 50 штук или же что? Хм, понятно. Гримгрус 10 штучек. Дальше нам. Так, огненный горохострел выпал. Лук. Дейзи 10. Так, гипнотическая капуста. И все. Ну, в принципе, ребят, нормально. Пойдет. Ну что, а на этом уже можно, в принципе, действительно закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.